Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередная порция донатных акций на китайке, точнее, даже, скажем так, не донатных, а акций на трату самоцветов. И мы сегодня с вами будем прокачивать опять наш аккаунт. После вот этой акции, кто видел ее уже на основе, те знают, о чем речь. Это сейчас одна из топовых акций от разработчиков на трату самоцвета. Вы можете самоцветы накопить, потратить, можете купить, потратить. Просто имбовые призы. Самое основное здесь падает немерено кулаков. Относительно других акций это самый дешевый заработок. Как кулаков, кгшек, разных плюшек. Также можно выбить вот эту топовую карту, с которой можно получить одного из этих героев. Тут можно собрать с этих сумочек Риббита, но это не столь офигенная награда. Вот тоже один из топовых вкладов, скажем так. Здесь вы можете получить пятый сет каменки, кулаки, руны, книги топовые, коробочки, ну и обычные карты. Также нам будет падать за попытки вот эти вот призы. То есть тут можно карты смен чар, карты такие обычных талантов, сундуки повыбивать. Кстати, сундуки здесь неплохие, можно тоже с них осколками, вот именно с этих мешочков маленьких, насобирать нормальных героев. Поэтому камни, то есть значки почета для молодых аккаунтов донатных, эта акция реально топовая. Это для всех она топовая. Ну что, будем сегодня сливать все самики. У нас, к сожалению, сегодня рынка нету. Я себе дал слово, что я буду не безбожно донатить, как на русском сервере мы это делаем. Мы здесь будем все делать с умом, то есть минимум вложений, максимум прокачки. Так, ну что, поехали. По 1200 было бы неплохо одну карту словить. Так, ну что мы имеем? Ну, такое себе. Но опять же, 500 кулаков мы уже заработали. Следующий клик плюс 1500 кулаков, ребят. 1500. Также вы здесь будете получать... Так, где там оно? Я уже даже забыл. Сейчас, секунду. Сюда, вот здесь. Также вы будете получать за каждый сундук, по-моему. У нас, по-моему, было 30 за один роллинг. 30 кулаков вы получаете за открытие сундучка. Так, бесплатный. Значки почета. 18 тысяч значков почета. Почему бы и нет? Поехали дальше. Так, карта. Ну, неплохо. Относительно неплохо. Если учитывать то, что сколько стоит это все там за роллинги и за прочие кулаки, опять 1500 кулаков. Это просто жесть. Я на своем аккаунте там просто полмиллиона кулаков вытащил, даже больше. Вот первый заходик на 4К кулаков, смены, 3 смены, яйца питомцев, 3 карточки, 10 сундучков. Ну, кгшки также, камни, ну, в принципе, неплохо, плюс питомцы. Поехали дальше. Неплохо было бы с десяток сундуков словить, но я думаю, десяток мы вряд ли с такой суммы вытащим. Пока, как видите, мы еще ничего не словили сундуков. Ну, хотя бы значков почета натащим. Для начального аккаунта это самое основное. Потому что многие сталкиваются с тем, что им просто-напросто не хватает значков почета и... Из-за этого аккаунт просто стопорится в прокачке. Так, окей. Забираем. Второй наш заходик. 3К кулаков. Значки почета. Где-то приблизительно одинаково идем. Но пока, как видите, ни карты, ни сундука. Но вообще как-то печальная попытка пролетела. Мы ни одного сундука не вытащим. Нет, вот есть первый сундучок, у нас есть. Давай еще, дайте третью карту молодому аккаунту бездонатному. Так, есть, забираем. А тут кулаков даже не получили, вот так вот, но зато осколков получили неплохо.
Так, забираем. Сейчас я поставлю. Вот так вот. Поехали дальше. Да, под эту акцию рынок бы, конечно, был бы вообще в тему. Так. Ну, давайте кулаки. Либо сундуки. Жлобы. Зажали, короче, они мне. Понерфили мне весь рандом. Так, окей. Забираем дальше. Вот единственное неудобно то, что оно не падает сразу в инвентарь. Было бы очень неплохо. Так, есть, поехали дальше. Так. Половина уже. Китайка тащит. Еще один сундучок, отлично. Давай, 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 давай. Рандомчик, не подведи нас. Дал бы еще третью карту. Было бы вообще супер. Еще один сундук. Вот, пошла жара. Давай. Ну, я думаю, мы тут скоро камней накопим, пока мы сможем докачивать героев до 12 уровня. У нас уже камней будет с головой хватать. Так, есть. Поехали, следующий заход. Вот это вот то, что вот надо бегать туда-сюда, вот это немножко заморачиваться надо. Но ничего не сделаешь. Надеюсь, они скоро это починят, чтобы оно сразу падало в склад. Так, опять первая карта. Ну, третью карту, если вы смотрели мой роллинг на миллион, на основном аккаунте она очень редко падает. Я их штук 15 достал, там где-то за 1,5 миллиона. Может, больше. А не, я там 3 открывал, по-моему. Ну, больше было. Но очень они редко падают. И с них, как если вы смотрели открытие, там тоже падают очень плохо герои. То есть там забиндены определенные герои, и ты ничего с этим не сделаешь. Так, ну дайте еще пару сундуков. Китайцы, вы че? Ну ты че? Вот. Красавчики. Еще один надо. Ну-ка, еще один. Не, не хотят. Не хотят. Окей. Забрать. Ну. За такую трату самоцветов. Сейчас увидите, сколько за 50. За 50к я наролю бы 1к кулаков. То есть там чуть-чуть плюс-минус больше. Там. Ну, 1к, считайте. 50к это 1к кулаков. Сейчас вы увидите, сколько мы кулаков получим с этой акции. У меня там было 70 800, по-моему. Там у нас сейчас доплюсуется еще за наши попытки кулаки. Так. Есть. Это маловато, маловато дают. То ли я зажрался уже. Так, ну последние попытки. Вот еще один сундучок, отлично. Отлично, еще один. Ну дайте еще один, это вообще будет. Не, не дали. Так, смотрим. Карту, к сожалению, мы не достали. Сумочек у нас 9, сундуков у нас 4. Этих карт уже 28. Мы сейчас еще заберем. Оп, сундучков уже поболее будет. Окей. Побежали смотреть наш склад. 58, 12 тысяч кгшек. Ну, в принципе, неплохо. А, значки почета. 460 с этих. Отлично. Очень отлично. Ребят, 14 500 кулаков. Но у нас было 70, 800, еще 1200 здесь. Грубо говоря, 16 тысяч кулаков вы получили за 50к. Я считаю, это отличная цена для данного ресурса. Даже если брать ту же самую рулетку, в которую я всегда хотел на русском сервере поиграть, но я смог только один раз поиграть, там где были кулаки, к сожалению. И они меня до сих пор троллят, не добавляют ее нормально. То вот это вот в 10, в 100 раз круче. Так, забираем 14 500. Ну, считайте, где-то 16 тысяч кулаков мы собрали. Так, слизни у нас подкопились еще. Камней штук
250 вот этих мы собрали. Так, смотрим дальше, что у нас еще добавилось. Карты штук 40. Так, карты смены. Коробку, кстати, я пробную первый открыл, сундук был. Коробку достал оттуда и 10 рун вот этих. Сейчас мы коробочки пооткрываем, дойдем к этому. Так, смен тоже штук 20 дали. Отлично. Смотрите, сколько ресурсов за 50к. И ресурсы причем нужные. Вот еще вот такие. Я не буду книги открывать. А может оставлю, потом книгами открою. Пусть будут. Еще считайте, 1 000 000 ЗП-шек получили. Так, дальше. Карт тоже я не знаю сколько. Кому не лень, пересмотрите, скажете, сколько мы обычных карт вытащили. Так, идем дальше. Вот у нас 9 мешков. Открываем их сразу. 41 осколок. Ну, такое себе. 62 яйца ребят собрали. Я считаю, это тоже отлично. Потому что они сейчас уплывать будут все быстрее и быстрее, когда питомцы прокачиваются. Чикабум, по-моему, у нас за это отвечает. Так. Есть 105 таких. 207 сундучков осколка. Мы потом это все пооткрываем. Возможно, будет еще докопим. Пооткрываем это все вместе. Так. Так, так, так. Ну что, побежали. Самое интересное, это вот эти вот сундучки. Давайте, поехали. Бум, 10 книг. Ну, в принципе, отлично. Мне это нравится. Еще 10 книг. Еще лучше. От 5к кулаков. Это самое 10 рун. 10 камней. Ну, камни, наверное, самое отсюда. Гуану. И еще 10 камней. В принципе, неплохо. Так, 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 так. Идем дальше. Коробочка. Я не помню, что там у меня на смене стоит. Сейчас посмотрим. Поменять. А, ничего не стоит. Давайте карточки паролим. Вдруг что-то интересное. Где наш стрелок? Мегаимбовый. Удачный герой для роллинга. Так, так. Ну давай, 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 давай. Покажи класс. Грубая сила 1.8. Супер. Утекание. Вот так вот сразу утекание почти. Кому бы его втулить? Честно говоря, даже не знаю. Так, друид. Тут уже просто некому его втулить. Так, 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 так. Тут с утеканием. Это с утеканием есть уже. Дракон заряженный. Ведьма не нужна. Так. Ну-ка, череп у нас с утеканием вообще есть. Так, череп. А, есть. Череп есть. Смотрим дальше, кто у нас тут такой еще. Интересно есть. Давайте смерти поставим. Пусть будет пока с утеканием. Поехали дальше. Идем на нашего стрелка. Сразу тяжелый удар. Не надо он нам. Ой, блин, надо было допу поставить. Вот просветик. Отлично. Отлично просто. Просто отлично. Только кому его втулить, опять же, вопрос. Так, Дрейку вместо Корки на Рину четверка, в принципе, хватает. Кого я буду прокачивать с таких? Так, 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 так. Душика пока смысла нету. Хотя в дальнейшем можно книги быстро с него получить. Шапка нету, скина. Вариант Гаргул. Тут уже есть.
Так, Фрэнки. Пусть пока будет с Римкой. Ну, этого я качать пока не буду тоже. Так, тут все нормально. Так, ну, сейчас я еще сначала посмотрю. Так, ну тут уже докачанные все. Бигфуту не катит. Дай себе поставить вместо бога войны. Давайте сделаем так. Нахрен этот бывашка. Поехали дальше. Ой, можно было купу поставить. Завтыкал я жестко. Надо было купидону ставить. Ладно, не страшно. Сейчас еще выбьем. Так, ажива 4-8 не нужна. Ну давай, родной. Давай, что-то такое интересное. Ну, этот талант у меня всегда падает. Тут уже удивляться даже нечем. Так, где там наш снеговик? Будет дольше жить. Так, поехали дальше. И ремочка, блядь. Ремочка, ребята. Это ремочка, это топчик. Это очередной топчик, которого нам некому поставить. Потому что у меня ремок на аккаунте уже, блядь, очень много. И кому ее ставить, и я хер его знает. Так. Поставим вот сюда. Пусть будет с Ремкой сразу включаться будет. Ай, надо было на Кенди поставить. Ну ладно, похуй. Улыбаемся и пляшем дальше. Это не последняя Ремка, которая у нас будет, поэтому... Неплохо, смотрите, с карт сколько мы пятерок. Бег. Ролинубский талант. Так. Так, есть. Ну все, поехали, ребят, коробка. Раз, два, три. Грубая сила, приди. К сожалению, не пришла она. Окей. Окей. Так, хорошо. С этим мы, в принципе, разобрались. Что тут у нас? Забираем кулачки, открываем. Сейчас посмотрим, что там у нас по камнях получилось. Так, на прокачке, на локации у нас хватает. Надо только героев теперь качать. Карты смены. Давайте смены паролем еще. Что-то может годное упадет. Но это не точно. Сколько себе разговорю, не трать эти смены. Дождись прокачки героев большего количества, тогда будет смысл. Но, увы, доспех. Ну, пусть доспех пока будет на смене. Так. Как видите, атлантиков тут просто огонь. Так, что у нас по рунам получилось в итоге? Сколько надо каких рун докупить? Надо будет обычные эти докупить, и можно будет 7 героев прокачать, я думаю. 91 тысяча кулаков, ребят. 91 тысяча. Сейчас мы просто сразу купим, сколько нам там их надо. До 70. 55, да? Вот покупаем сразу 55. Вот мы уже можем фактически сделать 7 героев прокачку. Я сделаю это уже в следующем видео. Мы уже добьем, думаю. Так, еще тут 18 надо взять. 17. Вот так вот. У нас 20к осталось на всякий случай. Пожарные на какого-то героя. Все, 7 героев мы можем прокачать. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, репостики, ребята. Чем больше репостов, больше аудитория, больше трэш-контента. Всем по топовым призам с этой акции. Акция реально охрененная. Не жалейте на нее самоцветов, если они у вас есть. Если их нет, то копите их специально под эту акцию. Все, всем пока.